Год 2010. Никому неизвестный парень выходит в эфир на канале YouTube. Так начиналась история ДК. Теперь все будет по-другому. Каждый водитель получит надежду на спасение от дорожного беспредела. ДК стала не просто газетой, а светлым маяком на фоне синей, бесполезной массы. Сейчас-то мы в пути, водитель или пассажир, и мало там приятно, если видим впереди мундир. Нас пугают штрафами, штрафными актами, судебным заседанием, набивая карманы бабками. Но слава богу, нашлись люди, им не безразлично, кто вписался за тебя и кто вписался лично. Неважно, бумер под тобой или стоит копейка, неважно, ты с баблом или пуста твоя газелька. Здоровье отдают против тех, кто при погонах, все для того, чтобы ГАИ служила по закону. И законным методом закончить беспредел дорожный, дороже чести будет им помочь тебе несложно. Какой там протокол, какой там штраф, да ладно, бросьте. ДК есть на хвосте, подумай лучше о банкротстве и не о росте службы. Дружные эти ребята, сегодня пронесло, не бойся, доберутся завтра. В больницу уложили, не конец, а передышка. Это всего лишь пауза перед началом движки. Он отошел, а мы прикроем, не дадим зазнаться. Совет вам от меня, не стоит рано расслабляться. Пытаетесь сажать, прижить статью, да ради бога. Лучше попробуйте угомонить людей с востока. Уроком вам послужит из органов уборка. Еще раз повторю, поднимутся люди с востока. Шел вон! Шел вон, я тебе говорю! Если впереди стоит опять ГАИ, мне нужно, как всегда, бабло ложить в права. Запомни, что теперь с тобой всегда везде ДК контроль дорог. Тебе на трассе ты играешь главную роль. Добрый день. Добрый вечер. Чего вечер? Документы, пожалуйста. А что, в чем причина? Зупиночки? Фара вам слева не працює. Знаете, что когда фара не горит, лево, то написано, забороняется эксплуатация транспортного знаку. Та ви що? Та їду ж якраз робити. Що, серйозно не робити? Ви їдав, було б нормально. Я шучу, понятне діло, що зроблю. Ну, так что вы хотите сказать, а? Так сейчас проеду, зроблю. Покажи документы мне. Да есть вон они, зачем? Документы зачем? А? Зачем документы, кажу? Я что там было написано, что у меня фара робить или не робить? Ну, мало ли, машина ваша или нет. А что такое, есть какие-то у вас подозрения, что она не моя? Ну, документы, подозри есть, почему? Можно говорить? Нет, не хочу. А? Не хочу! Чего? Тому что. Что, обязан? Не, я прошу просто, я же не требую. Ну так я не хочу. Просто из машины запах алкоголя, да вы не пчели были, не? Є підозра? Запах, говорю, из машины алкоголя. Вы что, не знаете, какие сейчас омыватели? Ну так я с тобой прошу выйти на улицу, образую. Не хочу. Так, Руслан Александрович. Не будете выходить, да? Не. Тест на алкоголь будет? Конечно. Ну что-то ничего. Драгер двух понятых. Конечно, сейчас. Поехали. Ай, возички, возички! Что такое, блядь? Что, драгера не мачешь? Это ж треба, блядь. Драгер, а это что? Драгер? Да, все знаешь. Так, значит, согласно правилам дорожного руху, ваше дальше рух заборонено. Угу. Чего? Ситуация транспортного средства забороняется, когда левая фара не работает в режиме ближнего светла в дневной час дня. То вы что? Точно так. А там не написано, что можно подъехать до ближайшего стороны? Нет, право написано, когда левая, заборонена эксплуатация транспортного средства. Да. Який пункт правил? Який пункт правил? Пункт правил, дивіться, 30. Який пункт стан автомобіля? 30. Який пункт правил? 31, там дивіться, є технічний стан автомобіля і по розділам
конкретно за шины, за светло фары. Так а что ж там с драйвером? Ну, сейчас, чекаю. А, да это, ну да. Двухпонятых протокол начинает заполнять, потом будем дуть. Який протокол? Ну як який? Щоб шапочку, щоб я потім судді ваші дії оскаржив. А, значить, дивіться, згідно правил дорожнього руху, угу. Потім подивитись, пункт 2.5. Знаєте там, на що написано? Що там написано? Почитайте. Я ще 31 не прочитав, вже 2.5. Ну, 2.5 почала почитати. Да. Давайте. Угу. Да, а совместный, ну, водитель повинен на вимогу працівника міліції, да, это понятно. А совместный приказ 400/666 Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения, так сказать, да? Что там написано? У меня якісь у вас есть підозри в тому, що я... Ви дивіться, да, я дивлюсь. Ви сіли за руль, ви керуєте автомобілем згідно правил дорожнього руху. Да ви що? Це підзаконний акт. Ну хорошо. А то закон. Я вам сказав закон. Підзаконний акт, ну. Повідомляю, що ви зобов'язані пройти. Так що ви запросто можете припаркувати автомобіль, сісти в патрульний і поїхати до доктора Наркова. Ні, драйвер, ні. Це вже... Ні, драйвер. Условия не ставите, понимаете? Хорошо, я зараз позвоню адвокату. Ви будете це все робити, що ви кажете, чи ні? Драйвер, оце все, або це ми займаємося... Ну, хорошо, читайте пункт за звіт, тоді... Кажіть мені, будь ласка. Ми будемо, ми зараз за що говоримо? За п'янку ми почали чи за світ? Світ, я вам сказав, що за світ я зараз поїду і зроблю, заїжджаю на заправку, міняю. Що, в чому вопрос? Я не знав, що вона не горить. Я вийшов, подивився, з вами в місті. Ну, бачите, я вам зупинив і сказав. Ну, так спасибо, я ж вам сказав, спасибо велике. Я зараз її зроблю. А извиниться. Кажу, а извиниться. Я вам щось нагрубили? Конечно, нагрубили. Ви мене зробили п'яним при моїх пасажирах. Абсолютно не зробили. Не зробили, ні? Я вам сказав, що... Ну, ви контролюйте свою розмову дальнейшу. Горючий. П'яний.